каждый год мы проводим соревнования, посвященные Дню сотрудников органов внутренних дел в преддверии нашего праздника. Я хотел бы сказать большое спасибо всем участникам, которые приехали на сегодняшнее соревнование. Для нас это большая честь и на Крымской земле такую большую команду, сборную, которая представлена не только с районами Краснодарского края, но и субъектами Российской Федерации, нашими соседями, это Республика Крым, Республика Адыгея. Я хотел бы пожелать творческих побед. Этот турнир мы проводим в знак уважения и любви к сотрудникам органов внутренних дел, чей профессиональный праздник будем праздновать буквально на днях. И я от вашего имени, от имени главы района, от имени депутата Совета рад поздравить лицеуважаемого Владимира Александровича, всех сотрудников отдела внутренних дел и сказать им огромное спасибо за их непростую и нелегкую службу. Желаю вам успехов и пусть победит сильнейший. Всего самого доброго! Пришли вас от имени Совета ветеранов, сотрудников, которые служили в этом отделе, поздравить сегодняшним турниром, пожелать успехов в борьбе. Победит, пусть сильнейший. А те, кто проиграет, это путь опять к победе. Нужно лучше тренироваться. И на следующий раз, на следующей встрече, в следующем году, я думаю, каждый из проигравших победит. Успехов вам, ребята! А всех сотрудников полиции, которых ожидает праздник, с наступающим праздником. Всего-всего самого доброго. Сегодня, как уже было сказано, и казаки, и полиция совместно несут охрану общественного порядка, для того, чтобы на наших